Мурзилки Интернешнл на Авторадио. В абсолютно новом, революционном, живом формате. Ну-с, ударим по часикам. Они противоударные. Да, ну я сейчас буду в роли рабочего. Да, ты, кстати, Захар тоже. Я тоже, у нас два рабочих на заводе работают. Честно, богат не очень, я тульский простой рабочий. Но где же в Кагалихие вдруг взял ты часы такие? Не поверишь, лично Путин мне котлы подарил. И добрым россиянином меня назови, а потом обними и часы подари. Часики на ручке, тик-так, ни о чем не жалей, подари просто так. Все вместе! Добрым россиянином меня назови, а потом обними и часы подари. Путинские часики на ручке, тик-так, 200 тысяч рублей, это вам не пустяк. Я тоже простой рабочий, мне часики надо очень ждать. Швейцарским часам. И все вместе! Добрым россиянином меня назови, а потом обними и часы подари. Путинские часики на ручке, тик-так, ни о чем не жалей, подари просто так. Добрым россиянином меня назови, а потом обними и часы подари. Путинские часики на ручке, тик-так, поводу. Ура! Мурзилки Интернешнл на Авторадио. В абсолютно новом, революционном, живом формате. Мурзилки.